Сегодня в правительстве Магаданской области состоялось заседание оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Характеристику текущей эпидемиологической ситуации в регионе дала Светлана Корсунская. Так, за весь период неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе умерло 153 человека. При этом 27 из них, а это 17%, в июле этого года. На сегодняшний день суточный показатель заболеваемости превышает среднероссийский на 34%. Коэффициент распространения инфекции составляет 1. Недельный темп прироста 0,3%, а показатель охвата тестированием населением 360 на 100 тысяч населения. Помимо города Магадана, на долю которого пришлось в течение месяца 82% всех заболевших, заболеваемость регистрировалась еще в ряде городских округов, но вместе с тем самая сложная ситуация на сегодняшний день у нас остается в Вольском городском округе, где уровень заболеваемости населения значительно превышает средний областной. По возрастной структуре заболеваемость фиксируется во всех возрастных категориях, включая и детское население. Распространение коронавирусной инфекции в Магаданской области вызвано новыми штаммами вируса, в том числе Дельта. По мнению Светланы Корсунской, основная причина быстрого распространения инфекции – несоблюдение масочного режима в общественных местах. Граждане, работающие в сфере торговли, салонов красоты, косметических, спа, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих почтовые услуги, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, транспорта, объектов транспортной инфраструктуры, образования, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания, ЖКХ и энергетики, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, это музеи, выставочные залы, библиотеки в том числе, досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, театров, кинотеатров, центров культуры, всех видов детского досуга, массовых физкультурных и спортивных мероприятий, а также государственные служащие, сотрудники подведомственных организаций власти Магаданской области, экипажи судов рыбопромыслового флота, работники береговых рыбоперерабатывающих предприятий должны в срок до 20 августа получить первый компонент вакцины, а в срок до 15 сентября завершить иммунизацию против коронавирусной инфекции. Таким образом, в каждом трудовом коллективе к 15 сентября должно быть привито не менее 60% работающих. В противном случае наступит административная ответственность работодателя за формирование коллективного иммунитета. Конечно, эта мера является вынужденной.